Рад приветствовать вас, друзья! Сегодня на обзоре пневматический пистолет для развлекательной стрельбы Borner W3000. Он также представляет собой копию пистолета P30 компании Heckler & Koch. Присутствует даже узнаваемая клавиша сброса магазина. Пневматический пистолет Borner построен на схеме с интегрированным газобаллонным механизмом. Для установки CO2 баллончика потребуется отодвинуть накладку рукояти и поместить изделие в рамку, зафиксировав его встроенным винтом. Магазин выполнен в линейном виде. Механизм рассчитан на заряжение 18 шаров калибра 4,5 мм. Для удобства пополнения боезапаса предусмотрено круглое окошко в нижней части канала. Для получения доступа к нему потребуется оттянуть подаватель. Пистолет в большей степени выполнен из металла. Внутренние узлы и кожух затвора оружия сделаны из железа, а рамка полимерная. В мушку оружия встроена красная нить, контрастирующие с зелеными отметками на целике. За счет этого стрельба в темных помещениях и сумерках не будет создавать серьезных проблем. Также на рамке присутствует мини-вивер, куда крепляется фонарь. Кроме того, планка подходит для крепления лазерных устройств с целью указания. На правой стороне рамки пистолет Borner пневматически встроена подвижная клавиша предохранителя. Ее расположение комфортно для оперативной постановки в боевой режим. Нужно лишь подвинуть кнопку указательным пальцем. Пистолет удобно лежит в руке. В процессе эксплуатации недостатков особых я не выявил. Давай, бомби.